самым выдающийся коврик от компании Kailas, модель StarMoon 2. Данный коврик имеет массу 575 грамм, размеры 51 по ширине, 180 длина, а толщиной он 3 сантиметра. Поставляется в тканевом чехле. Также в комплекте идет липучка-стяжка, если вы не хотите брать с собой основной чехол. Коврик имеет обширную перфорацию по всей площади, и этот коврик рассчитан на ультралегкие путешествия в летнее время. Производитель не указывает для него air value, но, как правило, у таких ковров air value не превышает 2,2. Соответственно, это трехсезонный классический ковер. Верхние и нижние поверхности его выполнены одинаково из нейлоновой ткани, а в качестве утеплителя выступает пенка. Коврик для снижения массы имеет зауженную форму в ногах, там, где коврик меньше всего используется, и, соответственно, достигается таким образом низкая масса, низкий упаковочный объем. Клапан классический с пластиковой крышкой, нижняя поверхность не скользящая, для того, чтобы коврик не смещался внутри палатки. Верхняя поверхность относительно гладкая. Синтетический спальник по ней может скользить, но, собственно, практически все самодувающиеся ковры выполнены по этой технологии. Таким образом, Kailas StarMoon 2 – это один из самых легких и недорогих качественных ковриков для летнего использования. Выбирайтесь в поход летом, выбирайтесь зимой, выбирайте правильное снаряжение и приходите к нам на Sekinet 4.